Спасибо и вам. С наступающим. Дед Мороз и Снегурочка в Красноярске променяли тройку белых коней на белоснежный автобус. У него лошадиных сил под капотом побольше будет. Теперь сказочный экипаж «Пятерки» — главная городская легенда. Об этом автобусе пассажиры друг другу рассказывают. Ладно, это уже статуя, у нас еще не совсем статуя. И чтобы дети это видели, чтобы не теряли надежды, что на самом деле существует Дед Мороз. Дети вообще реагируют и рассказывают, как они на елку ходили, как они подарки получали, стихи пели, там рассказывали и песни пели. Дети прямо все говорят, это ну мама настоящая Снегурочка. Она говорит, да. Настоящая? Да. А Дед Мороз, говорю, вот ночью придет вам завтра, говорит, подарки носит. Деткам, если разрешают родители, Нуна дарит леденцы. Женщина больше 20 лет работает кондуктором, а в Снегурочке пошла в первый раз. Водитель Иван предложил. У него традиция. Он 8-й год подряд в предновогодье баранку крутит в костюме Деда Мороза. До этого работал с супругой, она не одевалась. Ну, с тетей Нуной предложила, она надела костюм Снегурочки. Пассажиры сначала видят меня, пока... Удивленно улыбаются, в салон заходят, еще больше довольны. Машут вам? Сигналят? Машут, фотографируют, сигналят. Впервые за 5 лет этот экипаж в Новый год работать не будет. 31-е и 1-е у Ноны и Ивана выходной. Но уже 2 января Дед Мороз со Снегурочкой снова выйдут на линию и будут дарить праздничное настроение красноярцам до 9 января. Клавдия Сельмахович, Евгений Иванов, Афонтово. Новости.